Привет, друзья! Сегодня поговорим о разнице квадрокостюмов. Вы, наверное, давно хотели понять, в чем разница костюма Quad Pro и Quad 2.0. Костюм Quad Pro рассчитан на полное погружение на бездорожье. Вы можете ехать, залетать в лужи, преодолевать борода, вода может заливаться на вас, вы останетесь сухим и довольным. В свою очередь, костюм Quad 2.0 хорошо подходит для квадропрогулок, где не будет суровых луж и глубоких бродов. При этом он защитит от грязи и дождя. Основное преимущество куртки Quad Pro – это трехслойная мембрана и отсутствие подкладочной сетки. При намокании куртка быстро высыхает. Также у куртки есть неопреновые манжеты на рукавах, которые препятствуют попаданию воды в рукав. Куртка Quad 2.0 отличается от Quad Pro наличием подклада. Он предотвращает прилегание мембраны непосредственно к телу, поэтому куртку можно одеть прямо на футболку, это будет тактильно приятно. Также в ней будет более комфортно в солнечную погоду, чем в куртке Quad Pro. К этой куртке мы рекомендуем штаны вейдерсного типа, которые обеспечены внизу неопреновым носком, что предотвращает попадание влаги вовнутрь. Вы можете заходить в воду вот аж посюда. А для этой куртки мы рекомендуем классические брюки, мембранные, с карманами карго типа и с защитой в местах повышенного трения. Комплекту Pro мы рекомендуем специальные ботинки. Их основное отличие – это увеличенный внутренний объем во взъеме и в ширине, чтобы ноге было комфортно в неопреновом носке, а также имеют специальные люверсы для отведения воды. В свою очередь, к комплекту Quad 2.0 мы рекомендуем ботинки Quad 2.0 на плоской подошве, обеспечивающие хорошее сцепление с подножками техники. Ну и при этом это просто удобные ботинки для регулярных выездов. Подробнее об этих комплектах вы можете узнать на нашем сайте.